Ксюш, ты почему меня не разбудила? Я? Ты. Ты каждое утро стучишь мне в стену. А сегодня сидишь тут как суслик. Во-первых, я не стучу, а осторожно передвигаю свои картины. А во-вторых, почему не стучишь ты? Куда? В дверь. Я к тебе без стука не врываюсь. Извини. Ксюш, приготовь, пожалуйста, завтрак сегодня вместо меня. С чего бы это? Ну, потому что я проспала и опаздываю на важные пробы. Твое дежурство, ты готовь ездить при чем? Ну, тогда я не скажу маме про обнаженку. Ну, ты... Слово сложно подобрать. Да? Ну, не трать время, а то часики-то тикают. Тик-так, тик-так. Иди, а. Спасибо, Ксюша. Опять курит, а потом на сердце будет жаловаться. А, вот она. Да они все еще в доме. А если они сегодня вообще никуда не пойдут? Понял, жду. Привет. Привет. Успела? Молодец. Это что? А что это? Для тех, кто не понял, и для тех, кто сделал вид, что не понял, я повторю вопрос. Что это? Я уехала в командировку на один день и...
Что здесь происходит? Ну что, молчите. Вы же понимаете, что я рано или поздно все узнаю. Мне кажется, что лучше сознаться добровольно. Чтобы омлет сохранил свою воздушность, его необходимо взбивать не менее 7 минут. Я взбивала. 7 минут? Так, ладно. Идем дальше. Вероника. Да? У меня записано, что ты сегодня пробуешься на очередную роль. Да. Режиссер Влад Данилов. Он из наших, но живет в Германии. Что за роль? Роль хорошая, главное. Моя героиня, она балерина 50-х годов. Попадает в аварию и больше не может танцевать. И от этого очень тяжело, она не знает, как жить дальше. Что значит, она не знает, как жить дальше? А дальше нужно продолжать заниматься делом, работать. Короче, если сегодня в очередной раз тебя не возьмут, я считаю, что пора заканчивать с твоим актерством. Но если... Бог не дал какого-то особенного таланта. Я просто не вижу смысла биться в закрытую дверь. Что? Для кого-то это новость? Мне кажется, мы сотни раз уже обсуждали, что пора найти более подходящую профессию, нет? Я дала тебе возможность попробовать. Но я не позволю тебе зацикливаться. Ксения. Да, мама. Я нашла для тебя выгодный заказ. Портрет жены чиновника из Министерства здравоохранения. Вот контакты. Спасибо, мама. Настоятельно тебя прошу, не занимайся самодеятельностью. Никакого импрессионизма. Ей нужен традиционный портрет в классической манере. Ты поняла меня? Я поняла тебя, мама. Я надеюсь. Валерия. У тебя сегодня зачет по теории государства и права. Пойдешь, как обычно, в первой пятерке. Педагоги очень ценят смелость. Веди себя корректно и уважительно. На замечания реагируй спокойно, я тебя прошу. Не надо доказывать всем профессорам, что ты умнее их. Это нелепо, понимаешь? Хорошо, мам. Всем доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, ба. Доброе утро. Доброе. Омлет? Хорошо. Ничего хорошего, он уже остыл. Простите, мой генерал, я опоздала. Ну, судя по тому, что ты ни разу не спустилась вовремя, я прихожу к выводу, что ты делаешь это назло. Какой милый омлет. Симпатичный. Нежный, наверное. Кто сегодня готовил, Ксения, ты? Мама, а я к тебе обращаюсь. Да? Да. А я думала, ты там сама собой. Правда? Ну что же, Иосиф Виссарионович, если вам станет легче, то я могу сказать, что я... проспала. Кстати, я видела странный сон. Как будто бы весь наш дом в паутине, в пыли. За окном воет ветер. Голая ветка стучит в стекло. А потом... кар-кар! На карниз садится черный ворон и смотрит на меня... своими черными глазами. Внимательно так смотрит. В самую душу. И можете себе представить. От страха я просыпаюсь. Смотрю в окно. А он там. Кто? Огромный черный ворон. Господи, мам, ну какой бред. Ну сколько же можно сочинять и нести эту чушь? Я говорю правду. Я думаю, что это вещий сон. Я прочла в соннике. Там написано «Черный ворон – предвестник больших бед». Ну, например, шизофрении. Потому что если ты не прекратишь сочинять эту ересь, ты окажешься в психушке, мам. Что? Ты меня что, пугаешь? А ты забыла, что ты живешь в моем доме?
И вы что, тоже думаете, что я сумасшедшая? Да, мама, они тоже так думают. Ой, ну хватит. Я прошу тебя. Мама, не устраивай этот цирк. Ба, держи. Слушайте, я небольшой поклонник древнегреческой трагедии, поэтому, с вашего позволения, я все-таки поеду. Мама, бабушке правда плохо? Да, да, конечно. Вероника, я могу тебя подвезти. Переводить его. Ты как? Не лучше. Бабуль, тебе правда лучше? Я просто опаздываю на пробы. Беги, конечно. Ладно, береги себя. Бабуль, прости и меня. Жены больших чиновников ждать не любят. Бабулечка, нельзя все так близко к сердцу воспринимать. Ты хочешь второй инфаркт? Нет. Выпей еще водички. У тебя зачет, иди. Не волнуйся за меня, я буду волноваться за тебя. Ни пуха, ни пера. Точно все хорошо. Спасибо. Пока. Быстрее, быстрее, во второй павильон. Одну секунду. Алло. Привет, Том. Как дела? Новый проект. Костюмное кино, так это же здорово. А я вот на заказах уеду. А кто заказчик? Да не знаю, жена чиновника. Наверняка крокодил какой-нибудь. А ты ее в стиле кубизма изобрази. Мне сейчас не до шуток. Она живет за городом. Сейчас пилить придется на маршрутке. Так возьми такси. Да, были бы у меня деньги. Так ты сейчас за заказ заработаешь. В чем проблема? Легко тебе говорить, сидя в студии за чашкой кофе о таких вещах. Ладно, лучше скажи мне, наша Сара Бернара уже на месте? Да нет, опаздывает. А Герфон Данилов такого не любит. Тамара! А не могу говорить, перезвоню. Да-да-да. Ну где актриса? Сейчас будет с минуты на минуту. Давайте шевелитесь, сколько можно ждать. Не буду ваш кофе. Ну, наконец-то! Привет. Привет. Так, прекрасно, как никогда. Сейчас переодену и потом сразу на грим. Почему опаздываете? А, простите великодушно. Пробки. Вероника. Угу.
Ладно. На первый раз прощаю у вас. Стихи, между прочим, заметили? Повернитесь. Так, Том, оставляем это платье на грим, на фотопробы и сразу ко мне. А я когда? А вам позвонят. Сайт из Гельд. Что? Прими деньги, я говорю. Работаем, работаем! Пойдемте, я вас переодену. Здрасте. Здравствуйте. Она зашла в магазин одежды. Понял. На выходе поставлю жучок. Раз. Ну как, вам подходит размер? Размерчик подходит. Фасончик не мой. Девушка, скажите, а вот на том перекрестке вы мне дадите телефончик? А, понятно. Очень жаль. Личный разговор. Можно, девушка выйдет? Мне хотелось бы наедине, тет-а-тет, так сказать. Елена Сергеевна не девушка, а медицинский работник. И это ее рабочее место. Так что я внимательно вас слушаю. Угу. Хорошо. Я хотел бы попросить вас не рассказывать моей жене, что я, ну, вы понимаете, она не простит. Клянусь, это был первый и последний раз, что называется, седина в бороду. Хорошая поговорка. Но не сообщать вашей жене я просто не имею права. Если диагноз подтвердится, то придется ее лечить так же. Так что, Валентин Кириллович, измену скрыть не удастся. А давайте скажем, что я заразился, например, в бане. А вам не кажется, что раньше нужно было об этом думать? И в такие моменты думать трудно. Вы не должны так говорить. Вы врач. Вы обязаны лечить. Тем более, что я плачу за это. Вы платите за то, чтобы я вас вылечила. И я вас вылечу, не волнуйтесь. Вашей жене вы можете сказать все, что угодно. Хоть гольфстримом вам это принесло. Мне абсолютно все равно. Но поставить ее в известность надо в любом случае. Вот ваше направление на анализы, я больше вас не задерживаю. Здравствуйте. Это Ксения Мальцева, художница. По какому вопросу? Я пишу портрет Ирины Викторовны. Подождите. Здравствуйте.
что ж такое-то? Марусь, сбегай, поторопи. Угу. Ну что, вы готовы? Тогда пора. Не пуха. К черту. Давайте в кадр начнем. Простите, а можно я сяду? Нет. Просто в тексте Галина сидит у окна. А, ладно, садитесь. Спасибо. Пробы Фуэте Мальцева. Кадр один, дубль один. Начали. Ты знаешь, я бы хотела вернуться на 7 лет назад. И все сделать по-другому. Опоздать на поезд, заболеть, укрыться в деревне, но не встретить тебя. Сейчас, секунду. Если бы мы разминулись во времени и пространстве, то не было бы того рокового вечера у твоих друзей. Не было бы дождя и скользкой дороги. Не было бы той ужасной аварии. А теперь ты бросишь меня. Теперь все меня бросят. Стоп, снято. Простите, пожалуйста, просто там очень важный монолог. Да, я знаю, но мне этого хватит. Спасибо, вам позвонят. Есть кто-нибудь еще у нас? Никуля, душа моя, здравствуй. Здрасте. А что случилось? На тебе лица нет. Ты здорова? Да, все хорошо, извините, пожалуйста. Здрасте. О, привет. А что случилось? Ну, а что с нашей красавицей? Провалила пробу? Скажи, Владик, как тебе на родине? Не скучаешь? А я вот тебе сейчас сделаю предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Все, ладно, давай, потом поговорим. Здравствуйте. Гугапов, привет. Привет, Григорьева. Лирак, привет. А мне 2 билета на клубный концерт Боливара пообещали. Ты что, не рада? Это же твоя любимая группа. Кто обещал? Знакомые. Врут. Билеты с самого начала уже было не достать. Посмотрим. А ты что делаешь? Квартиру ищу. Для кого? Для себя. Я там больше жить не могу. Угу. Мать опять настроение подкорректировала? Что на этот раз? Бабушке решила второй инфаркт устроить. Ну, это логично. Я в одной книге читала, там жена мужа отравила. Засунула ему в пломбу яд. Она стоматологом была. Рассчитала так, что он концы в командировке отдаст. А зуб раньше разболелся. Сделали снимок, а там бац и капсула. Даш, ты к чему это рассказываешь? А к тому, что твоя мать тоже медик. Если бабушка того, то кому дом достанется? А знаешь, сколько такой дом, как у вас, стоит? Мой Виталик в этом хорошо разбирается. Кстати, о Виталике. Ты мне обещала, что вы из гостевой комнаты и шага не сделаете. Обещала? Ну, мы и сидели как мышки. Мышки? Угу. Мама с семинара вернулась и сразу наткнулась в саду на банку из-под пива. Лерочек, ну прости нас, пожалуйста, мы больше так не будем. Ты же нас еще раз позовешь? Обязательно, Даша. Слушай, а откуда у твоей бабушки такой дом? Ну, это наследство. Мой отец был художником, классиком соцреализма. Его там Северхи обожали, постпремии надавали. Лерок, я совсем забыла, у меня же родаки на неделю на дачу уехали. Если хочешь, поживи у меня. Вся квартира в нашем распоряжении. Ладно, посмотрим. Ты чего? Видишь этого парня? Ну и что? Клеился ко мне сегодня. Ну, видимо, ты ему очень нравишься. Спасибо, Кэп. Второй курс. Что сидим? На зачет? Лер, ты идешь? Иду.
Вероника, наконец-то я вас нашла. Пойдемте, вас Данилов вызывает на повторную пробу. Правда? Правда. Пойдемте, пойдемте. Так, и сколько там человек? 12. Ты, Владик, будешь 13-м. Ну ты же не суеверный. Ты знаешь, какой у меня номер квартиры в Бюхе? Да. 3 шестерки. Нормально. Ну ладно, я побежал. У меня ведь тоже скоро кастинг. Давай. Удачи. До свидания. Марусь, отдохни. Угу. Вероника, пойдемте присядем. Я подумал и решил дать вам еще один шанс. Вы же понимаете, что вы провалили пробу. Но есть в вашей манере что-то такое притягательное вам, ваша внешность. Вам говорили, что вы похожи на Одри Хёбберн? Нет? Так вот, вы похожи на Одри Хёбберн. Вероника, вам нужно успокоиться, расслабиться. Я почти уверен, что роль ваша. Да? Знаете что, я даже проб делать не буду. Как вы смотрите на то, чтобы сейчас выпить чашечку кофе и обсудить? Прямо сейчас. Вы свободны? Да? Отлично, тогда вперед. Да? Потому что терять времени, как говорят немцы, ein Bild besser als tausend Worte, что означает одна иллюстрация лучше 1000 слов. Девочки, Маруся! Где вы? Так вот, вам актриса. Приведите ее в порядок. Разгримировывайте. Вероника, я вас жду внизу. Владислав Игоревич, да. Можно к вам один вопрос? Мам, ты что здесь делаешь? Ты как меня нашла? Мне в клинике сказали, что ты тут. Что случилось, да? С девочками? С девочками, Кира. Именно с девочками. Что? Они страдают от той жизни, которую ты им создала. Мам, ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Ты меня напугала. У меня без твоих вот этих дурацких экспромтов голова кругом идет. Закончится тем, что они разбегутся в разные стороны. Наша семья развалится. А дом опустеет. Ты этого хочешь, Кир? Я не хочу выяснять с тобой отношения в присутствии... В присутствии зрителей, мама. Тебе заняться нечем. А мне, извини, надо работать. Не хватает эмоций? Запишись в драм-кружок. Там твои таланты оценят. Вы знаете, последний раз мой портрет писали на море 10 лет тому назад. В санатории. Я там лечила. Ну, собственно, это не важно. Леонид Исаевич поехать не смог и отправил меня одну. Я тогда, конечно, похудей была, не то что. Вот я сейчас на гормонах поправилась. Вообще, вы знаете, всю жизнь как тростинка. Да. Так вот иду я по аллее. Ко мне навстречу молодой художник. Импрессионистов, да, но это как потом выяснилось. Так вот он как увидел меня,
прям замер. Девушка, стойте, кричит. Я, говорит, всю жизнь искал такую натурщицу. Попозируйте мне, пожалуйста. Ну, Леонид Исаевич, у меня ревнивый, ну, прям Отелло. Но он только писал мне, вы ничего не подумайте. Ирина Викторовна, могу я вас попросить? Да, конечно, да. Повернуться вправо, влево. Если можно, то вправо и помолчать. А? Хорошо. Если вам это мешает. Мне просто нужно уловить линии губ. Я поняла. Стоящему художнику ничего не мешает. Мне кажется, Галина очень ранимая натура. Да-да. Она как человек без кожи. Да. И ее угнетает одно только несовершенство этого мира. Но когда случается авария, вы же говорили про кофе. Ну, это лучше, чем кофе. Ты знаешь, за что я сейчас выпил? За твои глаза. У тебя фантастические, невероятные, глубокие глаза. Я таких никогда не видел. Вы сейчас играете? Какой там играете? Хорошо, что ты пришла на мои пробы. Режиссеры дураки, они не понимают, они не видят того, что я вижу в тебе. Твою уникальность, твою красоту, твою глубину. У вас осталось 5 минут. Да, я как раз заканчиваю. Я думаю, что на сегодня будет вполне достаточно. Я могу посмотреть? Нет, извините. Все еще очень сыро, и нужно уловить настроение, поймать суть. Настроение? Но у вас с этим будут проблемы. Ирина Викторовна, ну, мы же завтра с вами увидимся. А разве такие платья носили в 50-е? Конечно. И сейчас эти силуэты снова актуальны. А ты не заметила, что сегодня Мальцева в таком же явилась? И Данилов даже оставил его для проб. А, кстати, как прошли пробы? Первое – плохо. А на вторых – я не присутствовала. Как это? А он ее на кофе пригласил. Тет-а-тет. И, судя по всему, не в кафе, а на квартиру. Я видела, как они в машину вместе садились. Опа, да ты что? Угу. Ладно, чао. Ксю, освободилась? Ну тогда слушай новость о своей сестричке. Да. Ну вот. Теперь я себя чувствую как... Как? Не знаю. Просто у меня никогда не было так быстро.
И вообще, я очень стеснительная. Стеснительная? Угу. Очень. Очень. Поэтому я и решила стать актрисой. На преодоление. Правда, мама говорит, что мне нужно это бросать. Она считает, что если мой талант до сих пор никто не сумел разглядеть, то его просто нет. Да что понимает твоя мама? Ты уникально талантлив. Ты невероятно красива. Я с тебя сделаю новую Одри Хёбёрн. Правда? Весь мир будет наш. Все Оскары, все фестивали. Я тебе обещаю. Первый источник законов римского права был написан на 12 таблицах. И их выставили, ну, для всех. А те, кто не прочел, те сами виноваты. Они не дошли до наших дней. Кто не дошел? Те, кто не прочли? Нет, нет, таблицы не дошли. А остались отдельные обрывки. Обрывки, понятно. И я хотел бы знать, какие источники вы использовали для подготовки к зачету. А, Силаев? Ну, то, что здесь моими лекциями не пахнет, это понятно. Тогда, может быть, вы читали Дождева или Новицкого. Возможно, вы чудом осилили институции самого Гая. Или, страшно сказать, изучили 5 книг «Сентенции к сыну» Юлия Павла. Римское право – основа современного права. У будущего юриста оно должно отскакивать от зубов. Ваш вопрос изучен, разжеван вдоль и поперек. Все предельно четко и ясно. А что здесь смешного, Мальцева? У вас есть сомнения относительно азбучных истин, о которых я говорю? Есть. Ну так изложите их нам, поделитесь своими гениальными наблюдениями. В трактовке римского права есть масса спорных моментов. Например, в системе современного правоведения принято считать его результатом коллективного труда, в то время как это плод оригинального индивидуального ума. Начитались Алексеева. Хотите поспорить со мной о защите интеллектуальной собственности? С вами, боже упаси. Мальцева, не надо хамить. И вообще, что у вас за неформальный вид? Вызывающие джинсы, какая-то майка. Ты кому тут свой протест демонстрируешь? Ты знаешь, что это неуважение к предмету? Разве? А я думала, что неуважение к предмету – это его незнание. Свободен, Силаев. Ну давай, Мальцева, иди. Удиви меня своими знаниями. Да что за день-то сегодня такой, а? Алло, такси, мне нужна машинка на самое ближайшее время. Ксюш, нарисуй мой портрет. О, Лера. А что, мама опаздывает? Это что-то новенькое. Может, что-то случилось? Угу. Она нашла в туалете клиники упаковку от презервативов и ведет расследование по горячим следам. А когда поймает преступника, то начнет лечить его срамные болезни.
Так что это надолго. А бабушка уже дома? Ксюш, посмотри, пожалуйста. Почему я? Я старше тебя на полчаса. Так что иди. Прости, просто ты ближе сидишь. О, мама. Простите, я опоздала. У меня машина не завелась, пришлось брать такси. Ну, что молчим? Как твои пробы? Хорошо, я думаю, роль моя. Что с портретом? Все хорошо в процессе. Но я надеюсь, ты понимаешь, если заказчице понравится твой портрет, ты будешь обеспечен работой на ближайший год. У всех министерских чиновников есть жены. Валерия. Сдала. Где бабушка? Она дома? Вероника, поднимись, пожалуйста, к ней в комнату и напомни про ужин. Скажи, что в неурочное время, в индивидуальном порядке, в этом доме никто никого кормить не будет. Хорошо, мам. Бабуль! Бабуля! Совещание. Ты будешь хлеб? Нет. А ты? А зачем тогда он в таком количестве на столе? Объясни мне. Это что? Завещание. А где бабушка? Ее нет. В комнате нет или вообще нет? Да типун тебе на язык, в комнате ее нет. Сядь. Читай. Я Мальцева Елизавета Андреевна, 49-го года рождения, проживающая в городе... Дальше. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти, мне окажется принадлежащим, в чем бы таковой ни заключалось, дом, мебель, библиотека, сад, и где бы оно ни находилось, жилой дом, расположенный по адресу. Я завещаю Гуревич Лии Аркадьевне. Картину Ван Гога, оставленную мне в наследство отцом Андреем Ивановичем Мальцевым, я завещаю Музею изобразительных искусств. Текст завещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания, прочитан мною лично в присутствии нотариуса. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр хранится в делах нотариуса Косовского М.С., а другой экземпляр выдается Мальцевой Елизавете Андреевне. Кто такая Лия Аркадьевна? Что это за бред? Это шутка какая-то. Я не поняла, а где бабушка? Мам, получается, что у бабушки есть Ван Гог настоящий? Не знаю. Мне вообще кажется, что это какая-то очередная бредовая фантазия. Нет, она, конечно, рассказывала, что ваш прадед привез эту картину с войны, купил где-то за копейки в качестве подделки. Потом, спустя годы, вроде как была какая-то экспертиза, и было доказано, что это подлинник. Во всяком случае, я лично никогда ее в глаза не видела. Да нет, ну это очередной спектакль, это же очевидно. Можно я посмотрю? Да. Нет, это не спектакль. Юридическое завещание оформлено верно. То есть я правильно понимаю, что мы теперь все бездомные? Подождите, когда она успела это сделать? Это вас правда только это интересует? Ван Гог – дом ценности? Ау, люди! Кто не знает, что с бабушкой случилось? Жива-здорова твоя бабушка. Что с ней станется? Что с ней станется? Все что угодно. Ты забыла, сколько ей лет? Или ты думаешь, что предыдущий инфаркт тоже был частью спектакля? Это что за тон? Если с бабушкой что-нибудь случится, я тебя этого не прощу. Мне? Да. Ты вообще думаешь, что говоришь? А я думаю. Я давно думаю, что говорю. Ты превратила наш дом в тюрьму строгого режима. Все тебе надо контролировать, все тебе надо знать. Это что за истерика? Это больше в стиле Ксении. Почему это в моем? А потому что ты у мамы девочка для битья. Это ты
сделала Ксю неудачницей. Интересно, каким образом? Тем, что не наделила ее талантом при рождении? У меня есть талант. Мои картины хотели выставлять в Милане, между прочим. Почему же не выставили? А я тебе скажу, почему. Потому что ты испугалась, что мама увидит, какие это картины. Ну и какие это картины? Хорошие картины, мам. В стиле ню. Но если бы ты их увидела, Ксюша бы пришел полный капец. Правда, Ксю? Поэтому она испугалась и продала их по дешевке. Знаешь, кто ты по натуре? Раб. И мышление у тебя тоже рабское. Зато ты у нас свободная личность. Знаешь, что, мамочка, в чем твоя любимая Лерочка ходит? В драных штанах и в майке с черепами. А еще она слушает группу «Боливар». Знаешь, какие у них там тексты? Я порежу себе вены, я спрыгну с моста, вот так вот. Ты мало того, что мне удачно, ты еще и шпионишь, я да? Я ни за кем не шпионила, не надо врать. Она не врет. Ты только прикидываешься у нас белой и пушистой. Да, мамочка, конечно, мамочка. А на самом деле ты ее терпеть не можешь. Это неправда. Нет, это правда. Я слышала, как ты разговаривала по телефону и говорила, что она сточертела тебе. Ты знаешь, кто ты, шлюха? Знаешь, мама, как она роли зарабатывает? Она спит с режиссерами. Что ты несешь, идиотка? Сама ты идиотка. Ой, обалдеть, семейка. А ну, закрыли рты. У меня в голове не укладывается то, что я сейчас услышала. Как вы могли мне столько времени врать? С тебя берем пример, мамочка. Ты что несешь? Я никогда вам не лгала. Неужели? А как же пример с папой? Каким папой? Нашим родным папой. Или ты правда думаешь, что мы поверили, что на той фотографии, которую ты нам показывала, наш убитый отец? Мам, ну ты с таким же успехом могла бы показать фотографию Эйнштейна или, не знаю, Хемингуэя. Да у них там такое. Дом 32 отдыхает. Пошла на автобусную остановку. Еду за ней. So it's a gorgeous location for your clinic, Dr. Exler. Take a look at the view. It's wonderful. It's great. And we have all the documents. You can see how it may look like. Sorry. It's cool from Moscow. Please talk to Lily. Okay. Hello. Hello, Lily. Okay. That everything gonna be all right? Алло. У вас есть информация, которая меня интересует? У меня нет столько времени, я меньше, чем через неделю буду в Москве. Хорошо, остаемся на связи.
Thank you.